Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами Задрот сотого левела, и я продолжаю играть GTA San Andreas. Поехали. Так, у кого еще у нас остались миссии? Ну, так сказать, три человека еще, у которых можно миссии пройти. Погнали проходить. Так, у кого кто ближе, то, к тому и поедем. Big Smoke, окей. Как раз тут недалеко. Ну почти. Чел до сих пор там сидит. Не, вышел. Бегущий пес. Бу. Козлина. Йо, Карл, увидимся. Какого хрена они тут забыли, копы? Жополазы. Эти носатые скоты ведь не отстанут. Думают, я типа мистер Большая Шишка, но я ни хрена им не сказал. Я на все готов ради своего братишки Карла. Карла. А, как скажешь. Йо, сам знаешь, Сиджей, банда важнее важного. Ну что ж, банда и в деле, детка. Да, ага. Слушай, тут моя кузина из Мексики приезжает, я пойду подцеплю ее. Ну тогда ладно. Так, сейчас неожиданный момент для вас будет. Насчет этой кузины, так скажем. Миссия, кстати, интересная. Можно прокачаться немного. Окей, а вот и моя кузина Мэри. Отличная травка, свеженькая, только с грядки. Давай тормози, базарить буду я. Блин, я должен был догадаться. Эй, извини, Хосе. Ты говори до с Эль Паровоза. И мне нужна эта травка компреда. Компренда. Эй, иди нахрен, каброн. Чего? Вот это ты зря, давай гони его сюда, Эль Травка. Потому что сейчас я размажу твои мозги по Эль Патио. Я драть твою маму, пендиха. Слышь, дай-ка я сейчас кое-кому взгрею. Паровоз, давай размажем все это дерьмо. Блин, вот так, урод, я паровоз, запомни это, погоняло. Так, чел убегает... Нельзя его упускать. Сиджи, крошка, этот весь твой. Биджей, ой, бежал такой Сиджей за ним, и оп. И не добежал, видимо. Догони члена банды. Как вы поняли, его надо сейчас убить. Сейчас мы его по-быстренькому догоним. Так... Блин, он в другую сторону уходит. Это плохо. Бежим, бежим, бежим за ним. Карл устал уже, ё-моё. Не достает, что ли, ё-моё. Отлично. Так, вот отсюда мы его сейчас догоним. О, как раз Карл... Да иди сюда. Вот и все. Не, насчет того, то, что тут можно прокачать оружие, это я перепутал немного. Это совсем другая миссия. Ну ладно. Так, стопэ, братишка. Так, ну так, поехали тогда опять Биг Смоку. Выполним у него все задания, а затем приступим, я думаю, к Цезарю какому-нибудь.
Придется выходить, не хочу я выезжать. Так, где машинки? Давайте. Вот, отлично. Big Smoke, давай. Лол. Тут меня стрелял или мне показалось? Сейчас вроде должны быть опять копы. По ту сторону закона. Карл, ты же без дела не сидишь, я надеюсь. Ну вы же меня знаете, офицер Тентмэнни. Да, Карл, я тебя знаю, про тебя я все знаю. Не трогай меня, убери свои поросячьи лапы. Все правильно, Карл, я слежу за тобой. И срать я хотел. Карл, мы следим за тобой. Сукин сын. Это была за фигня, малыш? Это я тебя должен спросить. Да ну ё-моё, вот везде нас суют. Ничего нельзя сделать, чтобы Тенпа не влез. Ну его нахрен. Да, ага, наверное. А в натуре чё, слять? Да, подумал прокатиться. Трёхпалый тут мне шепнул, что нам поможет. Ладно, я в деле. Я, не, как обычно, не успел прочитать. Езжай на станцию Юнити. Ну, поехали. А, отлично. Так, нет, это опять не та миссия. Тут совсем другая будет. Не та, которую я хотел. Пора вас, о чем ищем? Брат Валга встречается потом с пацанами из Сан-Фьер-Рифа. Решили что-то вместе тусануть. Сан-Фьера? А я думал, мексиканцы с севера не тусят с камрадами. Блин, подловил. Похоже, они. Эти козлы нас уделали. Надо завалить этих дурил. Бежим. Вот. Садись на мотоцикл. Чего? Так, сейчас должен паровоз стрелять, а я просто ехать. Давай, стреляй. Стреляй, стреляй, болван. Так, одного я вижу, вот уже убил. Куда вот эта тачка полетит? Так, еще одного я вижу, завалил. Давай, еще двое. Паровоз. Стреляй, стреляй, стреляй. Да убей ты его, Вася. Все, тут упал вроде. Остался. А, нет, до сих пор. Жесть-то долго едет. Либо реально надо было направо и наверх. Опачки. Лаз, давай, убивай его, он последний. Я думал, ты его убил, блин. Все, отлично. Слышно, отвалить, пока копы не приехали. Отвези паровоза домой. Блин, конечно, это можно было еще сделать до въезда в тоннель. Ну ладно. Да, видимо, здесь было быстрее ехать, чем вот по этой трассе железной дороги. Вот тот поезд, который нам на встречу попался. Так, везем паровоза, и я надеюсь, что следующая миссия у Big Smoke та, на которую я надеюсь. Не хочу спойлерить вам насчет этой миссии. Либо же она будет в конце, когда этот город уже почти будет пройден.
Сиджи, ты бы лучше не светился. Мне надо, чтобы эти дурилы из труб втянули тебя в какую-то хрень. Ладно, братан, смотри аккуратнее с этой шпаной. Еще увидимся. Так, поехали. Просто бизнес. Эй, Сиджи, малыш, в чем дело, чувак? Что творится, паровоз? Отдыхая, прокатимся, ага. Поведешь ты. Лады. Едем в деловой район. Да. Это та миссия. Отвези паровоза в деловой район. Это та миссия, которую я хотел. Вот эта миссия слишком очень интересная будет, так скажем. Которая говорил, можно прокачаться немного. Ну как немного, так хорошенечко. Ну да, я был прав, это та миссия. Слышь, Карл, прежде чем я туда войду, мне надо знать, что ты поддержишь меня в этой херне. Слушай, Парвас, ну мы ж столько вместе пережили, мы в грув, чувака. Вот это я понял, вот это мой брат Элс. Слышь, как услышишь пальбу, сразу бегаешь, маля из всех стволов. Лауды. Я в деле, друган. Дорогош, тебе составить компанию? Вот засранцы. Сиджей, давай сюда. А вот ты где. Вот про это я имел в виду. Тут можно нехиленько прокачаться. Вот меткость у этого оружия слишком плохая. Так, подбираем все. Все-таки как-никак это дроп. Так, берем все, все. Собираем. Так, уже исчезло, обидно. Берем тут арморчик. Пистолетик. Подбираем. И сверху МПХ. Погнали. Да паровоз ты, можешь не мешаться. Так, вроде сдох, нет, не сдох. Продолжаем стрелять. Все, сдох. Погнали. Пора вернуть должок, детка, садись. Вот сейчас начнется самое интересное. Я вас уверяю. Итак, вот за нами погоня поехала. Вот про это я говорил, тут нехиленько можно прокачаться. Прокачать узиху. Если будете просто много стрелять по вот машинам всяким, то прокачаться возможно будет так нехиленько. Но это не пробить никаким образом. Я чисто стреляю ради того, чтобы прокачаться. Как видите, у меня уже прокачался. Так, стреляем. Так, поехали. Вижу. Отлично. Хорошо. И сейчас слышу, вот. Так, я продолжаю. Так, я продолжаю. Я забыл о том, что меня попросили в комментариях прибавить звуков. Сейчас я даже... Это даже слишком громко. Чуть-чуть подбавим.
Все, поехали. Так, ну тут нету смысла, тут как бы он бронированный. Здесь как в боевиках, вообще в фильмах, все взрывается. Жарьтесь, ублюдки. Вот тут с первого патрона взрываю всех. Вроде взорвался, я не знаю. Мы оторвались, паровоз. Давай разделимся. Проеду на нем еще полквартала, но это был полный атас. Слушай, нельзя тут торчать, пока, кореш. Мир тебе, братишка. Отлично, плюс миссия. Нехиленько так прокачались. Жаль, что не достигли уровня гангстера. Ну, это понятно. Давай врежься в меня еще, болван. Так, сохранимся. Итак, блин, три миссии прошли. Нужно бы и сохраниться. Так, все, с мышкой нормально, поехали. Думаю, где-то еще 2-3 миссии пройдем, смотря какие миссии будут. Так, я вижу, у Биг Смока мы закончили. Перейдем, я думаю, к Цезарю. Как я и обещал, а потом уже у Джилок. Если помнить точно, то у Цезаря вроде бы сейчас миссия прогонки будет. Инфа не стопроцентная, ребят. Не помню. Ну, она должна быть. Также тут есть много граффити, баллосов можно закрасить. Я уже не помню все. Твоя тачка должна быть лоурайдер. Ну да, у нас сейчас будут гонки. Вот это пойдет. Или это фигня? Это не лоурайдер. На. Высокие ставки, низкая подвеска. Эй, Сиджи, ты все-таки пришел. Что будем делать? Привет, Карл. Привет, милая. Клевая у тебя тачка, обалдеть. Да и на самом деле собираешься рисковать жизнью. Да, точно, какие у нас будут ставки? На кону или куча нала, или тачка? Консафосы. Тогда потягивайся на торт. Победитель тот, кто первым проедет возле столба, кон, чё-то син, чё-то. Окей, я участвую. Осторожно, же эти ребята не любят проигрывать. А, и я тоже. Все за мной на соревнования, чувак. Ой, не понял, что он там пробормотал на своем языке. Эй, не отставай, парень. Я тебя так-то и обогнать могу. Уже недалеко. Вот вроде здесь спускаешься, и тут будет гонка, да, вот она. Да, тут уже начинают. Все, главное сейчас их обогнать просто и все.
Так, давай, врежься, чувак. Нет, не разворачивай меня. Тихо. Все. И все, едем так. Пока не приедем до финиша. Главное тормозить на всех поворотах. Они не могут тормозить. Они просто на полной скорости въезжают и все. Ну, как нет, в некоторых местах. Просто тормозим и все, чтобы не влететь. И тогда будет победа у нас в кармане. Так, теперь налево, теперь направо. В принципе, мы сейчас должны... Вот, да, мы приехали уже. Так, вот, нам сюда и последний контроль. Точка, поехали. Тихо, сейчас главное не накосячить. Все, изи папки, как говорится. Так, продолжаю. Так. Ну, у Цезаря одно задание было всего лишь. Остался только OG Lock. Да и у OG Lock где-то 2-3 миссии осталось. Вроде как. Если я точно помню, какие мы проходили. Момент, пошел нахер. Петушара. Ой, блин, а. Ментяра, пошел нахер. Давай драться. Хочешь драться? Давай драться. Петушара. Потохни. Лох. 22 и до 6. Ну, блин. Впадлу туда и обратно ехать. Придется. Ничего не поделаешь. Так, давай ты будешь доставать мотик, сучка. Прямая. Будем таранить. Так, сюда. Давай, арестуй меня еще, петушара. Блин, хреново. Что, ты стрелять будешь? Дайте мне просто мотоцикл. Что вы такие падлы? Так, поехали. Главное, чтоб меня не посадили сейчас. Потому что я помню, как меня посадили. В тюрягу. Поймали. Так, все, главное смыться от них, побыстрее сохраниться и все, чтобы они мне мозг не компенсировали. Так, по-быстренькому. Доедем сейчас. А тупицы полицейские. На. Да, правильно, поехали. Да, и я тоже недалек. Недалеко ушел. Так, пошел нахер. Петушара. На ментяре. На ментяре. Ой, блин, сколько вас тут? Тупиц. Сейчас главное самому тупице не оказаться. Быстрей, петушара. Так, давайте в гараж. Я надеюсь, за мной менты не едут. Ах, вы петушары. Так, ну, заработаем еще. Заработаем еще патрончиков. В принципе. Ну ладно, пойдемте сохранимся. Сейчас они должны пропасть при сохранении. В доме они вроде не появляются. Так, отлично, мышка работает. Супер.
Супер, все. Все, пацаны, супер. Так, поехали. Так, погнали. Полицейский. Что-то там. А, блин, не это мне надо. Как тут сигнализацию включить? Блин, уже не помню. Ладно, в принципе, и без нее. Хорошо, едем. Так, здесь объезжаем вот так вот. Хорошо. Выглядит реально техническо бандит-то. Карл, ты все еще не свинтил? Нет, гангстер, я здесь навсегда. Да, черт замучил у меня эта палка. Я тут народ собираю, чтобы послушали мой альбом, но сначала мне нужен убойный звук. Ладно, я в деле, если только мне не придется приходить на эту тусу. Ты о чем бормочешь? Уже не раз правильно. Начинай играть и все потягивай. Серьезно, гангстер, я больше рэпом не занимаюсь. Я больше серьезными короче, это я, братан, я лог, детка. Да, конечно, но мне нравятся только очень хорошие рифмы. Знаешь, ну ладно, что мне надо украсть? Вот об этом я и толкаю любовь, братанам. Теперь зацени, я заприметил охренительную концертную аудиосистему, установленную. Похоже, он двигался на пляж, чтобы устроить вечеринку. А теперь зацени. Я пойду с тобой, а походу соображу какую-нибудь импровизацию. Тут у вас OG Lock, а попробуешь, блин, меня остановить лицом к лицу с пушкой. Да, слушай, заткни хлебало. Может, мне нужно заняться этим самостоятельно, я верю в тебя, гангстер. Ты навсегда отпарен на всю жизнь. Да, на всю жизнь, брат. Так, едем сейчас на пляж. Нам бы машиночку. Думаю, последнюю миссию это выполним и все. Но она, так скажем, среднячок. Ну, как сказать, как повезет. Если вам повезет, то легкая миссия будет. Если не повезет, очень хард. Можете даже и умереть. Сейчас мы это как раз и проверим, повезет ли мне или нет. Так вот, как раз тут недалеко было. Когда приедешь на пляжную вечеринку, найди Джей и поговори с ней. Все, понял. Так, все. Так, надеюсь, это не авторская музыка. Чего случилось? Да так просто потусоваться. Эй, давай потанцуем, сладенький. Да, конечно. Ну, давай посмотрим, что ты можешь. Чтобы получить фургон с дискотечным оборудованием, тебе нужно брать 2500 или более очков. Так, ну как вы поняли, тут опять эти стрелочки. А, это другие. Окей, понял. ФПС жесть проседает. Так, нам надо 2500 вроде очков.
А у меня где-то 1400 только. В принципе, они быстро собираются, как я вижу. Все, в принципе, можно заканчивать. Все, это последний припев. Все, давай заканчивайся. Я же знаю, должен закончиться. Все, наконец-то. Ты умеешь двигаться, не хочешь теперь поболтать? Да, конечно, звучит заманчиво. Чё ты там заходишь в фургон? Укради фургон с дискотечным оборудованием. Отведи фургон обратно в гараж. Он собирается тащить мою аудиосистему или чё там? Не успеваю я читать, ребята. Простите. Перевод слишком жесткий, быстрый. Либо просто они быстро разговаривают. Сейчас за нами должна быть погоня. Машины будут ехать. И поэтому я вам говорил, тут как повезет. Могут вас расстрелять. А может повезти, они могут застрять где-нибудь. Или дебилища таксисты могут врезаться в вас. Как сейчас. Таксист куда поворачивает, непонятно. В принципе, мы уже приехали вроде как. Вот отсюда сейчас проедем и там выйдем. Да, вот мы уж тут приехали. Слава богу, нас не тронули. Потому что вот эти гонщики с этого, с вечеринки, они гоняются за нами. Все отлично. Все, миссия выполнена. Ну-ка, давай-ка прокатимся на велике. Падла. Я не знаю, почему Карл просто начал бежать. Чуть-чуть велик прокачаем, чё? Не помешает. Сейчас сохранимся и закончу серию. Хотя это можно и не показывать, но все же. Так, давай, давай, да, Карл, Карл, быстрее, быстрее, быстрее. Так, все, выкидываем нафиг. Велик этот. Велик. И поехали. Сохранимся и закончим. Так, сохраняемся. Ну что ж, на этом все. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал.